Семена бегонии клубневой Sundancer White. Бегонии от Aberhybrida Group Sundancer White используются для выращивания красиво цветущих однолетних декоративных растений. Их кусты достигают высоты 25-30 см. Лепестки белого цвета собраны в махровый цветок. Его размеры достигают 7-13 см. Период цветения длительный, с июля по октябрь. Бегонию White Pink Picoty выращивают в обогащенном питательными веществами грунте. Высаживают в горшке, используют для групповых посадок. Выращивание в полутени не влияет на декоративные свойства цветка. Семена расфасованы в пакеты по 100 дрожже. Бегония клубневая Sundancer White – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Бегония прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола бегония клубневая Sundancer White можно отнести к группе среднерослые. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания бегонии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает бегония клубневая Sundancer White в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы бегония могут быть до 7-13 см. Лист этого прекрасного растения по форме резной. Обратите внимание, что бегония клубневая Sundancer White – самоопыляемый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.